Добрый вечер. В эфире «Вести» Карачаево-Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Государственные награды, почетные звания Рашид Тимрезов сегодня вручил прекрасной половине в рамках празднования 8 марта. Фрукты медработникам и пациентам. Волонтерский центр партии «Единая Россия» более 500 килограммов доставил в госпитале. Уроки финансовой грамотности для школьников. В Национальном банке Карачаево-Черкесии подвели итоги осенней онлайн-сессии. Жизнь просветителя. Пример служения людям. Сегодня в рубрике «Наше наследие» репортаж об Умаре Микерове. Сегодня в зале торжеств Дворца культуры республиканской столицы прошло мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов в торжественной обстановке вручил государственные награды женщинам, отличившимся в трудовой и служебной деятельности. Репортаж Мурата Джанкезова. В фойе Дворца культуры гостей встречает экспозиция, подготовленная сотрудниками государственных библиотек. Самые именитые и знаменитые женщины Карачаева-Черкесии. Об их непростых судьбах и зачастую трудном жизненном пути повествуют страницы книг и журналов. Среди награждаемых представительницы самых разных профессий. Многие поэты и художники ассоциировали женщину с любовью и верностью, святостью материнства и семейного очага. Все поздравления, которые мужчины говорят 8 марта, это концентрация того, что они чувствуют каждый день, каждую минуту, проведенную с вами. И вообще все, что мужчина делает на земле, трудится, совершает подвиги, устанавливает рекорды, покоряет горы, все благодаря вам и ради вас. Указом президента России Владимира Путина медалью Ордена за заслуги перед Отечеством первой степени награждена директор радиотелевизионного передающего центра Жанна Ткаченко. Когда мы строили сеть цифрового вещания, вы все знаете, телевизионщики, что она не очень простая, и было вложено очень много труда, работали все, прежде всего мой коллектив, и, безусловно, конечно, очень большую помощь мы получали от руководства республики во главе с Рашидом Борисовичем Тимрезовым. Поэтому эта награда, награда не только моя, награда, я думаю, всего моего коллектива. Около двух десятков женщин, занятые в самых различных сферах деятельности, удостоились звания «Заслуженные». Среди них как медицинские работники, так и занятые в сфере образования, науки, представительницы силовых ведомств, надзорных органов и другие. Работаю я немало, больше 20 лет уже в городской больнице. Очень благодарна нашей администрации больницы, что меня выдвинули на эту на это звание, на это награждение. Благодарна людям, с которыми я работаю. Да и вообще, вот в этот светлый праздник весенний, очень приятно вот это все было. И никакая женщина, как бы это банально ни звучало, не может быть одна. Это здорово, что нас окружают замечательные мужчины, поэтому желаю всем семьям гармонии, чтобы рука об руку, плечо к плечу, в этой гармонии мы продолжали жить, работать, радоваться и покорять новые вершины. Культурную составляющую праздничной программы обеспечили артисты Республиканской госфилармонии. Мурат Джанкезов, Али Бастанов, «Вести» Карачаево-Черкесия. Режим самоизоляции для лиц в возрасте от 65 лет и старше в Карачаево-Черкесии продлен до 19 марта. И «Вести» из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлен 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 19 327 человек. Из них 17 682 выздоровели, 197 человек госпитализированы. Печальная весть сегодня ушла из жизни народная артистка Карачаево-Черкесии, ведущая актриса Карачаевского театра Ляна Ижаева. За свою творческую карьеру она воплотила на сцене более 50 ролей. Многогранный талант Лианы Ижаевой всегда вызывал восхищение у зрителей.
Соболезнования родным и близким. Лиана Ижаева навсегда останется в памяти людей, почитателей ее таланта. Волонтерский центр Карачаево-Черкесского регионального отделения партии «Единая Россия» доставил фрукты медработникам и пациентам ковид-госпиталей республики. Несмотря на то, что количество заболевших постепенно снижается, нагрузка на врачей и медсестер все еще высокая. И в этой связи моральная поддержка медработникам очень актуальна. Эта практика у нас с самого начала, мы с самого открытия волонтерского центра с марта месяца стараемся поддерживать коллективы этих госпиталей, в том числе и медработников, и пациентов, не только лекарствами, конечно же, или там средствами индивидуальной защиты, но и фруктами, которые мы регулярно стараемся возить. Возили воду, фрукты. Очень нужная работа, потому что сотрудники чувствуют, что они нужны. Им же приятно делать людям вот такую важную помощь. И приятно, когда оценивают эту помощь. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии ночью местами снег, днем мокрый снег. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 3, минус 8. В горах до 14 градусов мороза, днем минус 2, плюс 3. Местами в горах минус 2, минус 7 и на дорогах гололедица. В Черкесске ночью и утром снег, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 3, минус 5, днем минус 1, плюс 1. Ночью и утром на дорогах гололедица. В жизни бывает так непросто. Встретить несокрушимого и непробиваемого. Человека каменную стену. Человека глыбу. Зато встретить банк, за которым чувствуешь себя как за каменной стеной, легко. ПСБ. Банк сильных людей. Продолжаем выпуск. В отделении Национального банка Карачаево-Черкесии подвели итоги осенней сессии онлайн-уроков финансовой грамотности. Нужно ли обучать школьников данной теме? Как усваивают материал ученики и насколько успешно были проведены уроки онлайн в общеобразовательных учреждениях, узнавала Альбина Ламкова. Онлайн-уроки финансовой грамотности – проект Банка России. Он помогает получить подросткам полезные для жизни знания, научиться осознанно принимать грамотные финансовые решения. Профессионалы финансового рынка рассказывают, как копить деньги, защищаться от кибермошенников, пользоваться разными финансовыми инструментами. Исходя из рейтинга участия школы России в данном проекте, наша республика по итогам 2020 года заняла 19 место в стране. К онлайн-урокам фактически подключилось почти 62% школ республики, что превышает средний показатель как по Северокавказскому федеральному округу, так и по Российской Федерации в целом. Также отмечу, что с каждым годом увеличивается число школ, вовлеченных в этот проект. Так, в 2018 году в нем участвовало всего 68 школ, а в 2020 уже 107 школ Карачаево-Черкесской республики. Особенно хотелось бы поблагодарить Министерство образования и науки Карачаево-Черкесии за активную позицию при совместном продвижении данного проекта. В свою очередь, министр образования и науки Инна Кравченко поблагодарила руководителей школ, которые показали наилучшие результаты по итогам онлайн-уроков. Эти высокие достижения – это в первую очередь наша совместная работа, как вы абсолютно правильно подметили. Конечно, спасибо вам. Вы нам периодически придаете ускорение. Поэтому без этого мы бы не достигли то, чего имеем на сегодняшний день. Актуальность онлайн-уроков финансовой грамотности растет с каждым днем. Это простой способ получить важнейшие знания из первых уст, а формат интернет-трансляции делает их доступными для удаленных территорий. Занятия на эту тему проводятся не первый год и стали пользоваться успехом. Дмитрий Мещеряков выразил благодарность руководству и преподавателям тех школ, которые стали активными участниками онлайн-уроков. Одним из лидеров по проведению онлайн-урока финансовой грамотности – школа номер один Тиберды имени Крымшамхалова. С удовольствием не только дети все это смотрят, но и учителя, и тоже берут все то, что нужно.
как, например, кибербезопасность, особенно их заинтересовала. Совсем скоро, 23 апреля, подведут итоги весенней сессии онлайн-урока финансовой грамотности. У многих есть время стать лучшими. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия. Сегодня в рубрике «Наше наследие» мы расскажем о жизненном пути абазинского просветителя Умара Микерова. Его корни в ауле Бибердовском, нынешнем Эльбургане. Там же ему установлен памятник. На малой родине Умара Микерова побывала Шерифат Лепшокова. Имя Умара Микерова неразрывно связано с образованием. Может быть, поэтому так символично, что памятник ему установлен на территории современной школы. Ведь почти 150 лет назад Умар Микеров на собственные средства основал школу, в которой обучал десятки ребят. И это та малая толика всего того, что он сделал для развития абазинской культуры и образования. Совсем молодым человеком Умар Микеров отправился в Стамбул, где получает духовное образование. Представитель богатого рода, отец его был кадием. Будущий просветитель не строит карьеры. Он возвращается в родной аул Бибердовский. Возводит на свои средства мечеть и медресе, предтечу его будущей школы. По свидетельству современников, Умар Микеров был человеком высокой порядочности, ума и доброты. Видя, как простые люди, обескровлены недавней войной, раздавлены бедностью и бесправием, он делал все, чтобы изменить их жизнь к лучшему, понимая необходимость просвещение. На арабской основе Умар Микеров создает абазинский и черкесский алфавит. Делает главное дело своей жизни – строит школу. Князь с семьей жил в простой сакле, в то время как его учебное заведение было одним из больших в округе. Умар Микеров нанимает педагогов и сам вместе с ними обучает детей. Он был человеком состоятельным. Земли, вот эти, на котором сейчас располагается аул Эльбурган, вот эти леса неплохие, они все принадлежали ему. Но он был величайшим меценатом для своего народа. Он построил на собственные деньги двухэтажную школу, где обучал вот эти 60 пансионатов, пансионеров. Вот типа пансионат был, там дети не уезжали, все время там находились. Мухаммед Туков – основатель этнографического музея в Эльбургане, как никто знает о знаменитом земляке. В своей книге он рассказывает о тех семенах, которые посеял за свою недолгую жизнь Умар Микеров. В первую очередь это ученики, среди которых гордость абазинского народа Тутлустан Табулов, продолживший дело своего учителя. Он был в числе тех 60 ребят, которые учились в школе Умара Микерова. Спустя почти 70 лет туда ходил Мухаммед Туков. В детстве он слушал рассказы стариков, участников Кавказской войны, помнивших и благие дела Умара Микерова. В должности народного кадия он занимался общественными делами. В отличие от многих духовных лиц, выступал против мухаджирства, уговаривал людей не покидать родные места. Благодаря Умару Микерову практически Эльбурган стал центром культуры всей Черкесии. Говорят часто, почему Черкесии тогда, когда он был абазин. Все дело в том, что тогда был Черкесский национальный округ, так назывался. Кроме этого, кроме учебы, он еще построил такой для того времени очень хороший мост через реку Малый Зеленчук, а потом ряд мостов от Эльбургана до Кашхабля, небольших каменных вот этих дорогу он проложил. В совершенстве знавший 5 языков, Умар Микеров ставил для себя главную задачу – просвещение народа. Человек военный, а он был прапорщиком и участвовал в русско-турецкой кампании, Умар Микеров ценил в первую очередь знания. Большую часть своего дохода тратил на помощь бедным. Благодарные современники помнили о его бескорыстии. Умар Микеров ушел из жизни всего 44 года. Когда его дети выросли, по решению совета старейшин, их отправили в Петербург на учебу за счет жителей аула. Люди решили, что дети Умара Микерова должны получить лучшее образование. Память об абазинском просветителе и сегодня бережно хранится. В Эльбургане, его родном ауле, находится семейный склеп, где похоронены Умар и его семья. Жизнь просветителя – пример служения людям и доказательство того, что знание и бескорыстие – путь к праведной жизни. Шерифат Лепшокова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаево-Черкесия, Эльбурган. Продолжается блинная неделя, посвященная встрече весны. Перед Великим постом народ прощается с зимой, радуется теплым и весенним денькам и, конечно же, занимается выпеканием вкусных блинов. Это главное угощение праздника. Блины будут печь всю неделю и в больших количествах.
Прямо сейчас смотрите премьеру сериала «Небеса подождут».